Следующие песни, пожалуй, можно считать напутствием нашим молодым, юным конкурсантам, ну и, наверное, всем, кто рискнул выйти на сцену со своими песнями. «Музыка внутри». Если честно, разобраться, не листая словари, надо, братцы, опираться лишь на музыку внутри, на такие интервалы, нисходящие, как снег, те, что мама напевала, вышивала в полусне. И не в том, конечно, дело, будь ты гений или нет, лишь бы песенка летела, будто бабочка на свет. И не в том, как ты играешь, и не в том, как ты поешь. Дело в том, как ты вбираешь. Дело в том, как отдаешь. Ведь такое может статься, что погаснут фонари, и придется пробираться только с музыкой внутри. А когда мы доберемся до ферматы тишины, вот тогда и разберемся, для чего мы рождены. Может быть, и разберемся, для чего мы рождены. Жить и любить, петь, сколько хватит сил, верить, верить словам, радоваться малому, ни от чего не отречься и ни о чем не жалеть. И тогда, может быть, может быть, мы разберемся, для чего мы рождены. Ну, конечно, разберемся, для чего мы. Спасибо большое.